Держись! Гребем сильно! Все, ровно, ровно! Все, ровно! Давай, давай! Класс, класс! Мы выжили! Мы выжили! Для максимальной передачи эмоций от нашего выпуска мы решили поставить рекламу в начале видео. Последнее время моя аудитория на канале разделилась на два лагеря. Первое – те, кто хотят увидеть, наконец-то, наш отдых и поездки по сплавам, ну и наши зрители, которые уже привыкли к строительному контенту и не видят никаких других вариаций, кроме него. Поэтому сегодня, здесь и сейчас я решил ответить на пару самых частых комментариев на канале. Куда же делась стройка и зачем ты сейчас тратишься на эти недешевые игрушки? Отвечаю. На ютубчике я уже почти 5 лет, и за это время у меня не было ни одного отпуска. Даже выходных нет. Целую неделю, как и все советские граждане, я посещаю завод, в выходные и по вечерам пилю для вас новые серии. 5 лет – это почти юбилей. Нужно немножко отдыхать, поэтому и родился этот проект. Проект, который не отделяет меня никак от строительства. Сварка ферм, покраска, установка деревянных платформ и так далее – это все стройка. Ну а с другой стороны, идея, дающая показать нашу команду в другой ситуации, в других обстоятельствах, на природе. Но по второму вопросу я с вами соглашусь. Конечно, время сейчас тяжелое, каждая монета на счету. После сплава наше судно, скорее всего, встанет на Авито в раздел продажи или в раздел аренды, так как новые проекты уже ждут своего звездного часа. Ну а пока меня здорово выручает кредитная карта Альфа-банка. Вы просто на секундочку вдумайтесь. Вы приобретаете карту, совершаете по ней одну всего лишь покупку и целый год не платите проценты. Также вы не платите ни копейки за обслуживание карты в первый год использования. Можно взять до 550 тысяч рублей, кэшбэк от партнеров и получаете 33%. Это же просто вкуснятина, и я тоже так думаю. Ссылка будет в описании под видео, друзья, но меня уже заждались на лодке. Поехали! Давай. Раз. И раз. Может, вода ушла просто. Вода упала. Аджама. Марджанджама, Марджанджа. Все, лазурный. Лазурный пляж. Пойдем заводиться. О! У нас вот что упиралось, возможно. А, сейчас? Конечно, когда толкали. Скорее всего. Но мы лестницей упирались, наверное, сзади. Вон, она все пробороздила. Марджанжа, Марджанжа, где же ты, где? Только блики на воде. Переплетались тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Марджанжа, Марджанжа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанжа, Марджанжа, где же ты, где? Только блики на воде. Ловили хариуса, таймешка маленький, сейчас уху забаламутим. Еще будет чекан. Не, про таймешка шутка сразу говорим. Таймень запрещенная в Российской Федерации рыба. Вари горшочек, вари. Угу, хорошо. Лавруха. О-о-о. Лавруха, перец и... Бомба. Красная перец, цена. Твор. И красная цена. Красная цена. Берем два листочка. Да? Лавруха. Именно два.
Ингаляции. Над картохой. Над рыбой, да? О, ты баля! Стоп. Еще раз. А туда еще полено надо пустить. Во! Вот да, это по-нашенски. Такое возможно только в России. Давайте, парни. Денчик, двигайся туда. Руставели вот тут сидел сегодня. Там жарко, блин. Ну что? Нет, тоже это не мое. Давайте. А это по первой? Да ладно. Да просто так. Друзья, третий день на воде. Мы даже нисколько не общались, ничего не рассказывали и не говорили. Но почему это так происходило? Потому что эмоции зашкаливали. Я для примера даже скажу, я взял шахматы с собой и карты. Ну, карты игральные. Мы даже их не доставали, потому что, ну, круто. Каждый раз все меняется. Бия оказалась такая шикарная река, и флешбеки из детства. Извиняюсь за голос, порвал его в первые дни, когда мы, помните, да, печкой по камню проковыряли. А у меня только пару команд и до свидания. Короче, нельзя мне кричать. Смотри, смотри, ребят. И представьте, вот при всем этом мы вот так сидим за столом. 5D кинотеатр. И у нас кинотеатр, да. А, супер. Я хочу выпить за дружбу. За то, что мы такой компанией уже долгие годы дружим и делаем, да, красивые давайте вещи. Давайте за то, что у вас есть я. За начпрода. У меня левая нога сгорела, прикинь, икра. А что ты где-то? Пока на весле. Левая икра сгорела. У меня тоже икры все сгорели. Почему? Да, Рустам, я разберусь. Дал инерцию. Марийки купили не очень картошку, не очень. На мел идем. Жестко. Обойдем. Обойдем. 30% обойдем. Ну хорошо, а остальные 70 зацепим, да? Куда я посмотрю? А может обойдем, Миш? Ну сейчас мы прям на мель идем. Не-не-не, все, его понесло сюда. Я еще хочу, я тоже. Я хочу. И я хочу. И я пошел. Нет, Вань, Вань, как в рекламе, надо танцевать. Танцевать, как дверь открытая у машины. Да, ты иди и танцуй. Вода теплая, по-любому. Давай сними. Ты в ботинках? Да. Я-то в сланцах, но не получится. На моей будет. Все, глубина увеличивается, парни. Давай назад. Опчик. Да, спускался по пояс. Раз. Серьезно? Смотрите. Смотри. Давай. Прыгай, и... прыгай, прыгай, прыгай. Нормально? Да, давай, давай, щучкой. Да все нормально. Так, все держись. Сейчас насадит и все, и мы здорово ночуем. Все, блин! Все ровно. Ну что, Робинзоны, как вам? Короче, смеркается. Наверное, с утра будет начало четвертого дня. А на сегодня это все. Класс.
парни в баню, уже, наверное, заход четвертый. Я мечтал об этом отдыхе. От стройки прям перезагрузка полная. Ну давай пока вот так поднимаем. Надо разгонять его, да? Пока вот так просто поднимаем. Не, парни, нормально пройдет. Просто вот этот косуй, чтобы пойти надо. Да. Ну да, конечно, придется парни. Вот тут сейчас плохо, видишь, главное, косатор. Поехал на галерейшем. Все хорошо, сейчас будет мельче. Я вижу мель. А может быть сейчас мотор завести? Да, тут мотором лишь можно. Ну, тут нормально. Да, помогай мотором. Пойдем, парни. Пойдем. Ладно, держите пока. Помогай. Да, поможет. Давай, парни. Положились. Вот заднюю включи. Братан, мы тебя теряем. Эй, Гриша! Все. Прогревай, все нормально. Ты не волнуйся, все хорошо. Ай, началось. Давай-ка скажу скоро. Ой, там мель, нет. Не, потихоньку. Вот так вот идем. Да, идем так. О, рыбка. Где мотор нужен был? Протянули. Да, надо относить. Еще 8. Что, скидываемся? Давай. Разбив его. Еще. А что у него с мотором? Все, уже сворачиваем. Все, хорошо. Заворачиваем судно. Заскакиваем, нет. Еще, разворачиваем. Заворачиваем судно. Рус, уходи. Мотор нужен. Нет, сейчас, Гриша, все хорошо. Запрыгиваем, все. Вот такое бодрое утро. Где Иван? А, класс. Сейчас свалимся, все нормально. Распределитесь, парни. Рус, иди сюда. А, да. Не надо на корму ходить. Она вот так низкая. Все. Шикарно, все. Под низ дал. Рустамчик, кинь в эти шевенки. Вот туда, с плетню. Смотри сейчас, чётенько. Ооо, братан! Так я не пристрелялся. Чё, мы тут не шельканёмся на этих? Ай, Денис. Я думаю, что можем. Думаю, что можем, но не шельканёмся. Не шельканёмся. Оп, попал. Есть на туре? Да, припухнул по коробке. До берега вообще дойдет? Кап на дорожку, кап на ладошку. Землю. Прикинь, Гриш, я высоко взял, до берега не дошло, в воду. Добыть не может. Ну слушай, да, я думал сейчас увижу в этом, ну что она в песок осыпет.
А у меня водоплёс может. Тут сколько метров, смотри. Тут 150, 180. 150. Вуаля. Чуть-чуть не дошла до берега. Ну, а я стреляю. Давай я сейчас буду в зеленку стрелять, смотри. Ты в воздух ее направь. Выше. Выше он, выше. Вверх кустов. Да, вот поверх. По зеленке, по зеленке. Да, по макушкам. Давай. Короче, стреляю по зеленке. Просто коряга. Ну вот сейчас, наверное, дошла, да? Давай это покажу. Ну, вот так. Баночки консервные. Смотри, сейчас. И вот так. Сюда вставляешь пулю. Давай только в наклон. Наклоняю, Денис. Да, да, хочешь, да. Да, да, да. Пальцем ногтем вставил. Тикс. Mm-hmm. Все. И тишина. Расчески. Они снесут все на корабле. Видал какие? Хорошие. Жесткие, но. Нам главное сейчас к тому берегу не прижаться. Так, я повешу пока здесь. Да. Знаете, ребят, хотел немножко разговорного жанра. В общем, что по судну могу сказать? Тяжелое. Есть такое. Вес его где-то варьируется в районе 2 тонн, это нетто, так скажем, а брутто это около 3 тонн. С продовольствием, с нами и так далее. Вот. Управление отвратительное веслами. Веслами можно только разворачивать его, а работать приходится обязательно мотором. Поэтому если у нас с мотором были бы проблемы, или мы его бы не взяли с собой, то, скорее всего, мы бы этот маршрут не прошли. Потому что мы бы раскатались об какой-нибудь из берегов. Очень много прижимов, то есть струя идет, поворачивает и давит к берегу. На распашных мы бы, наверное, не справились. При том, что распашными я просто поворачивал в большей степени, и то плечи прям, ну, умотал сильно-сильно. Что бы хотелось добавить сюда? Во-первых, с рулем непонятное. Вы видели, что мы больше на моторе сами руками работаем. Не понимаем пока, как сама концепция работы. Из-за того, что судно большое, выруливаешь, инерцию не доводишь, перекручиваешь сюда. Короче, нужно либо какие-то зеркала ставить, чтобы видеть, как находится положение мотора, ориентироваться. Ну, либо просто опыт нужен. По деньгам вы спрашивали в комментариях. Само судно вышло нам в районе 200 тысяч. Ну и мероприятие мы пока не считали, но где-то, наверное, 50. Что-то вот типа такого. Вот, это себестоимость, без всяких сварочных работ, цен на выточку, всяких дополнительных опций, потому что там даже вот один ролик, например, а их там 6, если заказать у токаря, это выйдет 6 тысяч примерно точно, это уже деньги. А эти вещи мы делали сами. Короче, многие работы сварочные сами, все сами, все сами, все делали сами. Поэтому вот так и вышло. Если сейчас говорить о покупке такого судна, хаусбота, ну, то цена 250-300 тысяч, это 100%. По поводу продажи его и стройки нового, мысли есть. Но не потому, что что-то не понравилось, а потому, что хотим уже сделать более интересно и каждый год ходить эту реку. Ну и приобрести мотор надо обязательно свой. Этот мотор нам давали в прокат. Ну, в принципе, вот все, что хотел рассказать. Пока. Генератор у нас сейчас питает холодильник. Тут мясо за всю ночь разморозилось. Сейчас все восстанавливаем. Причалили, перекусим. Полетаю на коптере, покажу вам. Ну и дальше пойдем. Дальше. Опа, опа, опа! Да похоже! Тихо, подожди, подожди! Блин, Миш, что делать? Красава! Я снимаю. Ты что тут? Ты вот это сними. Такой улов сегодня уже. Есть! Давай на берег. Тихо, 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 тихо. Подожди, это язь. Парни, это то, что сейчас творится здесь на Бии, конечно, это... Это нормально. Это что-то шикарное. Это нормально. На сплетню столько в жизни не ловил, чтобы по две, по три цепляло сразу. Это круто, конечно. Раньше, когда он здесь цепурал, чтобы ловил по пять штук на одну сплетню, на все мухи забирал. Ну как сегодня. Интересно, почему вот на основной струе мы сколько рыбачили, нет такого, да, вот на этих заводках. Ну, вкусы рыбы разные. Питание разное у рыбы. Понятно. Змею поймали.
Мне интересно, он прям в камне зарывается. Да, да. Он прям вообще весь уходит. Это точно ужик? Надеюсь, что да. Я слышал, что у них они надувают хвост. А зачем? И этим хвостом могут жестко ударить. Ну, может, это байка. Такой малявка. А представляете ли это огневка? Я сильно не разбираюсь. Ребят, напишите в комментариях, это кто? Ну, желтые пятна, это уж. Пускаем? Да, конечно. Пусть плывет. Давай, братулек. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Смотри, прячется прям, да? Угу. Я вам говорю, что по моим воспоминаниям на Бии дофига змей. Прям дофига. Представьте, если мы сейчас с огневкой играем. А? Надеюсь, что нет. Давай, брось его подальше куда-нибудь. А? Ну, в реку вон, брось его. Не, в реку вон. Ну, если он там заползет наш. Да он тут. По трапу. А так он не заползет нам по трапу. Как ты его заметил, а? Я на него чуть не уступил. Вон он, да, вон. Мучает, да нет, нет. Вон, видишь, он. Рустам никого не мучил. Официально заявляю. Я просто попросил его я постеречь. Я люблю животных. Пока я бегаю за камерой, попросил его постеречь змею. Ну и все. Я люблю змей. У меня жена их очень боится. Жена, тебе привет. Он уже там рыбачит уже. А где сотки? Вот это рыбак, я понимаю. Пошел на заход. Смотри. Опа, подобрал. Молодец. Недожаренный. Надо его отварить. Было. Недожаренный? Нет, ну в смысле не в том смысле. Первый раз в жизни пробую пузырь чувака. Леща. Это леща. Дай напополам. Давай, легко. Такая вкуснятина. В натуре? Да что? А мне нравится. Как шкварка. Ну, шкварочки, шкварочки. Ну, рыба. Как будто сало пожарил. Угу. Махивает. Как жареное сало. Ну, прикольно. Прикольно. Да нормально. Да-да-да. Ну это же не национальное, братан. Ну не знаю, может быть. Не национальное? Банька, у тебя там ты две тарелки. Мы обычно национальное яйца жарим. Вторую сейчас вытащите. По утрам, да? Значит, я татарин. Две взял. Мы тоже яйца жарим. Ну, просто не. Нет, вкусная штука. Неплохая. Ну, может, не попалась такая. Больше? Миша, на мотор сейчас. Не-не-не. Я хочу вот этого, это так, товарищ. Нет, они тебя снимают, ты там. Блин, мы его дожарим. Что там такое? А вот такой должен быть. Ну, не знаю, я тебе хуй, мне прям. Класс. Чебачки. Вот эту штуку мы ели в тайге. Просто сковороду едим, съедаем вторую, третью, пятую. Все дни ели рыбу. Это вот такая вкусная. Да, Михайловки были. Кстати, видос, ребят, есть на канале. Вот давайте вот здесь по ссылке посмотрите. Вам очень понравится. Там мы и медведя встретили. Ну вот, и на кедр лазили. И лося мы там видели еще. Лося. Часть лося. Лося видели тоже, да. Вань, рули внимательнее. А то уже не знаю, куда мы едем. Два пальца левее Альголя. Кассиопея. Это звезда созвездия Персея. Вон, видишь, вон она. А вон Кассиопея. А вон он, Альголь. Так давайте до темноты достоим. А два пальца это так или так? А у Кузьмича больше. Второй пошел. Третий пошел. Да не пиши на совещание, все нормально будет. Я же будет концерт! Давай! Эй, кепка, 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 лови! Пацаны, мы сейчас на моторе пойдем. Давай на базу. На базу. Ай! Тихо, 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 тихо. Рус, видос будет вообще бомба. На моторе можем пройти? Да, да, мы и пойдем на моторе. Давай.
Если страшно, давай слева. Если не страшно, давай в валы. Ты решай сам. Да я не был пошли. Там. Пошли в валы. Центр принятия решения твой. Если клыков нет, идем в валы. Ты же сам говорил, это... Ты сам говорил, безопасный. Удаловку прошли. Все. Небо утреннего спя. Я думаю, надо в него идти. Давай в него. Страшно, но надо. Не-не-не-не-не. Я пойду. Ого! Все. Закачало. Все, Миш, все. Четко прошли. Класс. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катит. Короче, ебать, инвузы. А я говорю, хватит, устал я от этой обузы. Эх, встать бы на свете, убрать бы в стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто на нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам? А нам говорят, что пять горочки подтянулся. А я говорю, устал я от этой обузы. Эх, встать бы на рассвете, убрать бы стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Причалили во Фрунзе. Сейчас в магазин сходим, хлеб кончился. И дальше. А вон да, центрально. Вот, я про это говорю, что вот там обратка, видишь? Но все равно бы мы, конечно, пошоркались. Нет, это вон там мелько. Да. 39 лет прожил первый раз во Фрунзе. А, там... Какой-то Сатурн. Культура, дом культуры это. А вы в курсе? Ребята, вы в курсе, что мы не во Фрунзе? Это Усть-Кожа. А ты говорил Фрунзе. Не, Фрунзе, сразу говорю, не. Чувствую Косогос. У нас так же было. С той стороны Денис. Денис, потеряли, пацана. О! Да. Надеялся. Это первая машина, на которой я учился ездить, прикинь. У меня был маскарад. Оказалось, что мы вообще не во Фрунзе. Лоцман Фрунзе с Усть-Кожой перепутал. Но это не страшно. Прикол, ходите. Вот эта лодка была куплена для работы на Телецком. Но, видимо, ребята, которые ее купили, не знали, что при любых раскладах они смогут подняться только до Турачака. Потом отмели жесткие. Вот она дошла до Усть-Кожи, ее поставили, пришвартовали, и теперь она тут будет куковать до следующих... До следующей большой воды. До весны. Да, но она все равно в любом раскладе сможет дойти только до Турачака. А дальше ее придется вести на
погрузчики. Давай баранью ногу замутим. Давай плов сегодня сделаем. Плов. А что хотел? Я за ногу. А баранья нога, это же плов? Нет. А как? Баранья нога. Давай, ну давай. Я не против. Миша, стоп! Отмель! Может, рыбу дойдет сначала? Стоп, стоп! Это мы сейчас процессе... Там мель, видишь, по центру, вон. Мы дошли до самого такого прям вкусного и классного. В Бийске у нас изготавливают такую штуку. Рекламировать не буду, вы сами все видите. Гриш, давай это, ленивую очму я видел. А теперь скажи, вот что сегодня будет? Начпрот. Запеченная баранья нога в собственном соку. В целлофанке. Нет. Слушай, по-моему, эту штуку ты делал в тандыре, когда мы с тобой варили плод. Да? Да. Все, я понял. Сушёк. Ребят, вы это видели? Стоп. Но мы сегодня это повторим. Да, я сделаю. Да тут Серёха. Серёха, да. Ее сейчас нарежь. Вот так. Хорошо. Такая. Не крути. Такая пушка. Можно приду? Да, да, я приду. Дэн. Чё? Мулинекс. А у твоей жены-то покупали какую ногу? Баранью. Вот такой же? Так это у них и делают. Да, это у нас бийский мясокомбинат. Ваня, маленький надрез. Да блин, ты возьми в свои руки, Гриш, ты же знаешь как. Вань, подожди, пусть он... Да все, пусть режет. Смотрите, а прикольно большим ножом надо резать, да, вот таким? Очень удобно. Я всегда считал, что такие ножи для резания тортов. Нет, для резания тортов они идут только длинные. А я из фильмов ужас. Слушай, знаю, все время. А запах? Кости ломает. Стоп. Ну да, да. С такими ножами. Кто-нибудь ел бараний шашлык? Да. И чё, как? Четко. А чё, вот, если честно, какой самый шашлык бодрый? Свинина, говядина или баранина? Козлятина. Который вкусно приготовленный. Свежая козлятина. Хорошо, давай уравновешиваем эти все варианты. Все замаринованы одним человеком, одним составом. Какой вкуснее? Козлятина. Ну, братан, козлятина запрещенная в Российской Федерации. Лосятина. Это то. Вот это сейчас. Это будет на видео, Криш. Откуда идете? Да я пошел, друзья, тоже сплавлять, это у Дмитровки там, а я на встречу. А мы уже с дурачагой. Такая красота вообще. Это же кто-то придумал. Каких-то миллионов, 100 тысяч лет, 500, 800 лет назад. Береза стоит. Плакучая. Да, смотри. Прям плачет. Сейчас Безруков должен ее обнимать и говорит, березонька моя. А любовь слепая. О, Ронжа. Не Ронжа. Это же Коршун. Как же красиво, а, ребята. Я тут недавно философствовал на тему, что мои прадеды при сплаве это все видели. Прапрапрадеды, там, 100 тысяч лет назад это все было. И нас не будет, а это будет. Прикольно же. Ну, реально, может, я сейчас фигню говорю. 100 тысяч миллионов лет, 500 тысяч. Вот так. Так красиво. Да сеть стоит, вон плавится на сети. Видишь, вон полтораха натянута, и вон. И плавится. Значит, впереди деревня. Начало сетки вон она. И вон она. Человек за бортом! Смотри, им вообще пофигу. Медовуху пятерку. Поставь пятерку! Куда вы без меня? Ну, оп! Так, все, друзья, мы сейчас барашка достаем. Он весь день томился в нашей духовке, в новой, новоиспеченной. Готов? Держи. По ощущениям он прям готов. Рустам. Двумя руками держи. Давай двумя руками. Одна твоя, вторая моя. Поближе, да? Горячо? Да. Оп. Все, на стол. Что? Я не знаю, слышно меня или нет, новый форс-мажор, ветер дикий, долинный ветер, фен. Может нафиг баню уберем? Да я что и говорю, блин, мы сейчас или сожгем, или... Разбираем?
Да, ливанет сейчас. Ну, погодка-то вообще веселая, да, становится. Смотрите. Оу! Заливает, заливает. Уже ручей пошел отсюда, с крыши. Да? Прямо здесь льет. Сходи, Рус, посмотри. Рус, посмотри, там, где лестница, немножко поправь, а то Михе ноги зальет ночью. Баннер, там, где лестница. Короче, утро. Ночью был страшный дождь, ветер. У нас тут протекало, потому что баннер там немножко завернуло. По стене шел прям дождь. Он полностью намок, пацаны на полу спали. В целом, утро наступило хорошее. Иван уже готовит рыбу утреннюю. По-мексикански. По-мексикански опять? Да. Класс. Да вообще, ой, что происходит? У нас спорт на третий день начался. Там же сейчас просто воду готовим или все заурядил уже? Там голова. А, голова, которую сегодня поймали? Да. Чисто голова. Ну, тело мы пожарили, а голову сейчас.